Всем привет, дорогие зрители! Я приехал сегодня в район Каркычак съесть мандарин и снять вам очень хорошую квартирку с садиком. 3+1. Четырехкомнатная под ключ по очень хорошей цене. Как говорится, срочная продажа. Проект был сдан в 2014 году. Тут комнатки очень просторные. Жилая площадь как минимум 180 квадратных метров. Своя территория. Можете посадить деревья, фруктовые, цветы. У нас здесь вид на горы с первого этажа и вид на бассейн. Здесь инфраструктура. У нас здесь большой бассейн, сауна, фитнес, игровая зона. Ухоженный просторный сад. Все работает. Вот такой проект. Сюда можно поставить балконную мебель. Вот как сделали соседи. Ага. Когда-то они приедут. Мандаринчики маленькие такие. Так, спальня огромная. Не измерил, но где-то здесь 25-27 квадратных метров только спальня. Можете сделать из нее гостиную комнату, как вы желаете. Вот термопакет, алюминиевые двери. Все, закрыл. Так. Хозяйская спальня со своим санузлом. Есть подогрев полов. Вот большой санузел первый. Здесь санузлы также большие. Шкафчик. Так, сторона здесь юго-западная. Идемте дальше. Кондиционер фирмы Бека. Тут у нас прихожая нижнего этажа. Стиральная машинка. Одна сушилка или оба стиральные машинки. Так. Здесь у нас дополнительная спальня. Две спальни на первом этаже. Здесь 12 квадратных метров с половиной. Так. Ой, какая хива. Молодцы родители. Детишек. Дай Бог здоровья, чтобы росли умными и благодарными детьми. Так, здесь у нас второй санузел с видом на банановый куст. Так что можете здесь закрыть или же купаться и наблюдать за кустами. Надеюсь, детишки не будут подглядывать. Так, здесь у нас тоже теплый пол в санузлах. А на верхнем этаже у нас полностью теплый пол в гостиной, как мне сказала хозяйка. Здесь тоже садик. Это можно закрыть, сделать кладовку. И зам. Аллах Акбар. Так, здесь алюминиевые. Алюминиевые. Закроем, а то надо потом приходить заново, закрывать. Все, закрыли. И тут закрыто. Поднимаюсь наверх, мраморные лесенки. И вот, дорогие зрители, большая гостиная комната. Вот такой шкафчик зелененький.
Пути-пути. Угу. Игрушки, наверное, заберут или подарят кому-то. Посмотрим. Все зависит от хозяйки. Шторы в подарок. Вот видите, там теплый пол, штучка. Открываете, работает вид с гостиной на горы. Если когда-то там что-то построят, у вас вид по-любому не закроется, потому что проект построен на высоте. Столовая часть. Сидите, кушаете, открываете окно и отсюда целитесь тухлыми яйцами. Так. Вид на горы. Здесь огромный балкон, который застеклен. Иншаллах, все будет у всех хорошо. Вот, огромный балкон, застекленный. Как приятно слушать озон. Здесь у нас кухня. Электрическая плита или индукционная? Индукционная. Вытяжка бэка. Звонят. Паузу. Микроволновка, духовка фирмы Бека. Здесь холодильник спрятали. Хотя бы напиток какой-нибудь вставили. Здесь уже все. Это надо открыто держать. Так, и здесь открыто. Холодильник нельзя закрывать. Так. Здесь у нас балкончик. Вот, дорогие друзья, такая вот интересная квартирка. Закроем. Итак, покажем лифт. Подождите, я еще вам спальню не показал. Да. Это у нас третья спальня. Одна спальня наверху, две спальни внизу. Или же я сюда заходил, я уже не помню. Итак, вот такой вид из этой спальни. Здесь закроем, чтобы солнце не попадало. И здесь у нас санузел. Вот. Большой санузел. Три санузла. Три спальни. Два балкона, две террасы. То есть, да, все, поняли, я тоже понял. Откроем двери, покажем. На этаже две квартиры, вызовем лифт. Первый этаж, он как второй, можно спускаться отсюда. Так, все, пока квартира. Твой покупатель уже в пути. Закрыл. Вот такой лифт. Вот дальше покажу. В 2014 году проект сдан в эксплуатацию. Велики поставили. Киска вам в подарок. На, киска, мандаринчики. Не захотел. Блок С. Показывает территорию. У нас есть выход к бассейну отсюда, а также с этой стороны. Там маленький спуск, открыта парковка. Блок Б, блок А. Идемте вниз. Скажу цену квартиры. Вилла типа квартира, так скажем.
225 тысяч евро. Есть маленький торг. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Здесь открытый бассейн большой, который тут функционирует. Здесь джакузи. Тут они ставят беседку, как бы делают шторку. Там из-за ветра убрали. Джакузи. Детская игра, детский бассейн. Тихий, спокойный район. Тут тоже новый проект. Все, что построили, то построили. Вот, огромный бассейн. Вот главная дорога. Рядом есть маркеты. И в той стороне есть. И в той стороне есть. Каркаджак уже развивается хорошо. Уже, так скажем, уже пекарню открыли. Уже несколько месяцев назад. Итак, здесь у нас фитнес-центр. Секунду. Итак, фитнес-зал. Тут сауна. Да, душевые кабинки, санузлы. Итак, в блоке А у нас бильярдный и теннисный стол. Массажный стол в этой стороне. И покажу еще открытую парковку. Есть генератор. Вот, вот. Маленький спуск тут у нас. На главную дорогу. Итак, дорогие зрители, повторю цену квартиры. 225 тысяч евро. Есть маленький торг. Познакомлюсь с хозяйкой и сами обсудите. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агаси из солнечного района район Каркаджак. Всем пока-пока.